Всем привет! Видео начинается с прогулок своей племянницей в парк. В парке охеренно очень, кстати. Сейчас же типа осень, все желтеет и очень прикольно выглядит. Смотрите, я сейчас вам покажу наш парк. Мы так зашли немного вглубь, так что тут прикольно очень, очень даже ничего. Я снимал видео на свой фотик, вот подсоединенный Гелиос. Хочу на канал выложить, если я выложу, еще не знаю точно. Ну, смотря как оно смонтируется, будет ли оно вообще смотреться. Типа тест объектива и видео. Ну, не видео, а именно видеокамеры, короче. Не знаю, что, если оно будет реально зайдет, то как-то на монтаже там прикольно так попробовал поснимать немного племянницу. Как оно будет на самом деле, уже будем смотреть. Я, кстати, не смотрю в объектив, потому что тут можно бахнуться. На всем куча веток разбросаны всякие. Ну, так-то вроде кадры неплохие получились, так чисто для опыта решил поснимать. Как вы уже, наверное, догадались, я сейчас зарабатываю на фрилансе, монтирую видео, снимаю, типа, как бы так объяснить, не видеооператор, а именно снимаю видео, монтирую сам. Это сейчас называется видеограф. Вроде неплохо получаю так. Ну, мне хватает, в принципе, на первое место. Правда, еще бы больше хотелось. Ну, это с опытом, я думаю, придет. Так что, если вам что-то надо смонтировать, в принципе, я думаю, может быть, чем-то и помогу. За небольшую цену, естественно. Так как у меня заказов сейчас много, я практически ничего за бесплатно сейчас не делаю. Только вот работа, работа, работа. И, кстати, тренировки. Я не перестал заниматься легкой атлетикой, все еще занимаюсь легкой атлетикой. И этот сезон я буду... Я думаю, будет более насыщенный, потому что у меня есть камера. К нам в группу еще, кстати, присоединилось много ребят. Я их тоже, думаю, поснимаю, даже, возможно, в этом выпуске. Так что смотрим, ценим и так далее. Канал будет развиваться и дальше. Дальше я еще думаю проект создавать один. Я уже его создал, ну, еще не зарегистрировал канал YouTube. Там будем снимать короткометражки. Такой проект очень социальный, можно сказать. Там различные рекламы. Ну, в общем, то, что может взять за душу, так сказать. Так что, если вы это смотрите, и вы начинающий сценарист, или вы хотите быть сценаристом, или оператором, и живете вроде в Николаеве, ну, или если вы сценарист, но не живете в Николаеве, то вы, в принципе, можете помогать моему проекту, нашему проекту, так как мы будем с вами работать. И уже если по мере развития, если мы будем хорошо развиваться, будем получать деньги, и уже будем как-то их распределять между собой. Не просто ж так, естественно. Пока это все за бесплатно, а там уже как получится. Так что вот так вот, в принципе, все, что новое я рассказал. Будем продолжать снимать. Да, Евка? Как тебе вообще съемки понравились? Да. Точно? Наверное, я не знаю. Наверное, не знаю. Мне больше всего первая понравилась. Первая шишка, да? Да. Хорошие кадры я сама снимаю. Угадайте, что мы сегодня будем делать? Да. Умирать? Ну да, ты будешь умирать. Да, вот моя банда, команда. Помахай, Влад. Помогаю. Короче, мы бежим эстафету 20 км. 3 по 5, я как всегда бил 6. Бум блевать, рыгать, отдыхать. Ну, отдыхать не точно. Короче, капец полный. Что-то людей мало, вам не кажется, алё? Да, все еще прикусы. Ваши комментарии перед забегом. Все. Труба. Короче, понятно, без комментариев, да? Ну что, вы готовы, нет? Да. Что-то я не вижу. Улыбки нажились. Даша там, как обычно, копошится. Что ты делаешь? Понятно. Там уже разминка, а мы тут стоим, были. Такой чип дали, ёма. Сейчас будем передавать. Тупой советная палочка. Сейчас идем в автобус, нас будут по забегам развозить. Ну что, удачи вам, алё? Даша у нас первая бежит, да? Ты ж там сильно не рыгай потом, окей? Вон автобус громадный, сука. Единственное, что меня радует, это погода. Тебе как? Погода вообще супер. Да. Тепленько, что да? Торнадо, выхожу нормально. Так а что, зато тепло. Сколько? Градусов 15? Все разминают. Смысл разминаться, если ты бежишь шестерку или полумарафон? Смысл разминаться? Это жесть. Я бы не разминался. Когда еще такой можно проспект увидеть? Охереть. Вот нас высадили, короче. Что-то мало людей, это еще. И вон автобус нас уехал.
Дашка, давай, молодец. Там так дальше еще бежать. Давай, давай. Пока ждешь, мы замерзнем. Владос, не умирай. Не умирай, тебе еще чуть-чуть осталось. Хорош, давай. Тупо погнал. Ты советская бежи еще. Не спеши, нормально все. Владос у нас новенький, уже погибает там. Ну ничего, крепче будет. Пробежали! Сыну 12:30, будьте обов'язково. Бо сьогодні дійсно бігове свято. Традиційно дякую. Традиційно. Раз на рік ми отримуємо. А мне легко бежалось. Тебе я чуть не умер, реально. Мне как в прошлый раз еще хуже. Вот у меня руки, я не могу встануть, у меня судороги хватались. Капец. Лот, наушники. Вот такая медалька, прикольная чем. Мне кажется, в том году была круче. Это тоже прикольно. Еще кто стратил, я думаю. И Даша такая. Нормально? Короче, я повторю, что я сдох практически. Если не слышно, я не слышно. Да. Все сидят убитые. И пришли жрать. Все. Я больше не могу разговаривать. Сам с собой, да, разговаривать? Дашка, давай, терпеть, молодец, пошла! Дашка, первое место занял на километре. Да я, блин, нечаянно не включил, понял, платье какие-то выработал. 3D-шная. Но она, жалко, что реально не стеклянная. Молодец. Ну что скажешь? Как сегодняшний день? Отличный. Я вообще не рассчитывала на первое место вот сейчас. Вообще было... Так народу сколько? Сказали, что 450 человек было на дистанции. Нормально. Капец, жестко. Ну краски это, конечно, вообще. Да-да, я согласен. Так прикинь, я снимаю, мне по камере прилетает. Кто-то вверх кинул. Ребята, всем советую посещать подобные мероприятия. На них можно получить море позитива и встретить довольно интересных людей. Например, как этот человек с ананасом на голове. Не удивил, как насчет того, что он бежал в таком виде 21 километр. И ананас совсем не приклеен. Я проверял. Еще есть небольшая мотивация для вас. Даже люди с ограниченными возможностями принимали участие в полумарафоне. Это просто сверхлюди какие-то. На этом все. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Да ты что, брат? Ты должен победить его. Бэтмен круче.